Йо вас салус тимас приятень. Я вас приветствую, дорогие друзья. Конференция депресы Диастас и есть адресаты директ, ин спечал, доамни президенте Республики Молдова Майсанд. Сегодняшняя пресс-конференция посвящается исключительно президенту Молдовы Майсанд. Сейчас поймете почему. Маленькое отступление. Йоншер скуза, дело тот, чей корень приветствует, есть он с гому Тури Белафары, домну оператор Неспуник Кнутари Сауди, с персного Дианажеза, контримаз боец Афараму, лукрязы службе ли коммунали. Короче, Ваня Чабан фачуляк диамочный ремонт на инти диалезерши, таманы и лангоседию партии Луностром фацач Букурешт. О, суд шепс, призвечку мобил. Апропо, домный Чабан, дак новый грев с у нас леворок сопряск, пиздеч минуть. Швода у темы гратис, по нынешев с мадриса с домни пшеденьте. А иж дела дял деседи у партии для ностру, шеди у кладери, куняли денщели май скумпи апартаменте дин ураш. Кладиря конструит дюн мошенник ди птимпу лурикян, карис презента кайне под лурикян, птимпур, оки данит лаваменин кишну шпенцары, пын лаурмы локи данит шпюн актуал жудикатор для кортя конституционал, кому ж варгим шкудан скштис, кан кладиря аста карифос конструит ку мулти иллегалитец, сант мулти апартаменти вендутик ла диферить персуани, марифер расчелаш апартамент, вендут ладой вами диферить. Бонур батути пялт фирмы, шмулти алтели, шес штец кун жудикатор для кортя конституционала, еще ари патру варшинч апартаменте. Локи данет, сарем видерик требуя сайбу вощенц предзеч, да урамаску патру варшинч. Йо пропун домнула Чабан, дак врез кшти ездим дим приму тура лезерли, ше если ж повестеште адиверу диспри Петру мовил чинч, дак ну грешеск. А, ну, сын сигур, кайчин здесь Букурешт, у суд шапс предзеч седи у партии для ностру. Делодял кладирь, разведец у кладири каридинте яра авторизация с фии к патру этажа, пюрму к шес, пюрму к опт, уплынш митрополиту Владимир Шодушу фокус, у фокус службе сну средичку кошелу лащи кару вот от пентру конструкция ста, ш сну де авторизации пын лаурмы есть, инкудат, дом примар, дак спой дивару дис при конструкция ста, кштиздим примутур. Дак остать, дом Личебан, ресту кандидата лор опонент лор дацей батай. Через ситуации актели верифика ситуации история ла конструкция ста. Ши овец шансы керащи и коровец катизиру прученти суласкати вот здесь. Ладно, отвлекаемся от темы. Тема ла нуй-нуй Ваня строителю. Аша, о главном. Дичи астас, мадресес ин спечал президенте Республики Молдова, домна Майсан. Деварече, думнее, де май мулти ори успуска, я ну кунуаште, ну и компетенция ей. Дары начала штим, думнее, собака колу не ринари, ну треса бы президенция, не шо треба. Шин генерал, доамна președинте, каз ворбеск май симплу, каз ма înțeleagă фейкаре cetățean, uitați-vă. Astăzi aveți pasul care l-ați condus. Acum sunteți președinte de țară și tipa n-aveți treabă cu politica și n-aveți nică treabă cu ce își faci pasul. Și el puțin asta e campania principală care vreți să o porniți după locale, că tipa pasă ta nu, a ea ta drugă și ei își fac, ei budu rugați, tăi. Doamna Sandu, nu, nimeni nu crede din asta care cineva înțelege în politică. Și ca la oameni să le explic simplu, înțelegeți cum spunești. Azi dumneavoastră sunteți președinte, pasă-i la guvernare și controlează tot și face tot ce vrei și tot ce le vine în cap. Eu nu insist că dumneavoastră controlați chiar fiecare acțiune a lor. Poate unele și le mai fac ei de cap. Dar responsabil sunteți dumneavoastră. De ce? Chiar că dacă, spre exemplu, vă duceți în Viena, este acolo un bordel se numește Golden Time, vă dau și adresa. Așa acolo, vă 3-4 de oameni se ocupă cu chestii de astea erotice, bazine, saune, loc tare interesant. Vă 4-5 deputați sunt clienți permanenți acolo la dans.
Apie ką dakšėva santimplam bordėl, apie responsabil direktorų bordėlų lui. Nu, asistensą socialai dla primarėje viena, nu, komunaliniai slūžbai. Da numi direktorų la bordėl ir responsabil da gvauna faci šmekirį, da kfūrį banį la bunklės dintrum buznarį, da nu jo dansat kum treba, nu jo fakut vizdušna dihatiliniai procedūrai kum treba, pa responsabil direktorių. Ja ta numi prinizijom plėstą, anširk se explic la tot cei care până mă nu înțeles că doamna președinte este responsabil absolut de tot ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova. Și exemplu cu bordelul a fost cel mai potrivit. Da, în pas sunt oameni ok. Și câțiva în Parlament și o leac prin teritorii. Nu stăți. Doamne ferește. Dar majoritatea, real, pas asta e un bordel politic care astăzi face cele mai mari mizerii în țară și deja eu cred că în sondajul la anul Asfiecul a făcut mai mult ca Plahotniuc pe timpul lui, Nicotent că era numărul 1. Le luăm pe rând. Doamna președinte, dumneavoastră ați inițiat când ați devenit președinte, când pasul a luat majoritatea, ați inițiat lupta cu corupția, cu mafia, reformii. Doamna Sandu, toate reformele voastre de bază sunt un eșec pentru care cetățenii Republicii Moldova plătesc și vor plăti încă mai scump. Că o să fie ziua când o să plecați și dumneavoastră și toată secta asta galbenă care, pe care astăzi o conduceți și o controlați. Una din prioritățile dumneavoastră, lupta cu oligarhii, cu bandiții, era lupta cu Șor. Șor era un partiduț care a dat ultimele zile bani grei în campanie, și asta știe tot țara, și cumva au trecut de pragul 5%. În loc de să-i conservați și să-i lăsați acolo cu acelea lor 5%, dumneavoastră cu toți idioții consilieri care aveți, cu oamenii competenți și proști, pot să-i spun direct, ați făcut în așa mod că ați pornit așa o creștere artificială pentru Șor. Eu voi spune, rușii pe timpuri nu-l creșteau așa pe Dodon, nicât încă el tot a fost crescut broiler, nu, da? Cum dumneavoastră l-ați crescut pe Șor până la 20%. Și toate chipurile luptei de voastre, ei mai tare l-au victimizat. Și toți oamenii care înțeleg în politică știu lucrul ăsta. Dumneavoastră, cumva cărchind, mornăind, cu ONG-știi ăștia, sectanții ăștia voștri care aveți, cumva s-a ajuns la interzicerea partidului Șor. Eu, încă o dată să fie clar, partidul nostru din 2016 spune că acest Șor trebuie lichidat. Dar voi nu l-ați lichidat, voi l-ați mozolit, l-ați interzis, dar rezultatul care că ieri Curtea Constituțională v-a dat peste mâini și astăzi tot țara, Marinca Cartinca la Bălț, Mandarinca, Așilan Șobolani la Șor, Independenți, prin tot țara, și ieri este un farfal, un durdom, Doamne ferește. Oamenii din cei care nu le-au eliberat listele pentru a selecta semnături, astăzi lor le dau cu ochii în jos, din cauza voastră, doamnă președinte. Că vă ocupați de ce e și nu vă pricepeți, nici dumneavoastră, nici echipa care o aveți. Când o dată, reper, m-a costat maximum $1 milion ca Șor în covor să fie de mult ajuns acasă. Ca persoană fizică nu pot să o fac, de atât că o să fiu acuzat a răpire. Dar într-o zi eu cred că asta o să fie unica soluție. Și s-a întâmplat la Curtea Constituțională, stimați cetățeni. Este velica judecătoare doamna Dominica Manole, care de-o bucat de timp șere audiență de mai mult timp la doamna Sandu. Doamna Sandu moftoroasă, căruci nu a vrut tot timpul să s-o prinească pe Dominica Manole. Dominica Manole, fiind tare sabrazitile, s-a gândit că las că fac eu omuș așa ca să-mi blați voi după mine. Și cei ce ați văzut ieri privind decizia curții că începând cu ziua de astăzi, Șorii, ca independenți,
оккупации мярган тот сарас регистрезы, никотент моя у шанса, моя есть партиду партнер возрождения шалт, после регистрезы индепенденции. Шпомпедата дитрей октомбри, то она мануаля муше диштизком. Кащи дела голден тайм, шараты инструменты, здесь ребята, трещес ла табло. Пасишь тилор пшеденце шамайди партии. Doamna Sandu bate din piciorușă, că nu, ce a ajuns ea să mă șantajeze, nu. Cacbă lumea îi spune că, da, cacbă pe trei, n-as putem să-i tochem a 25-lea oară pișor. Deci, încă o dată, din cauza mofturilor Maia Sandu și o leac de mofturi a doamnei Domnica Manole, la Curtea Constituțională s-au întâmplat, iertăți s-au întâmplat. Am mai auzit o versiune, că șor o mers la banc și o mers cu nu cu culoacele, dar cu gențele, că se discută de niște sume de bani care ei poate să mai cumpere câte 10 apartamente în casa asta, judecătorii de la curte, să cumpere câteva 5 apartamente în România, 5 în Italia și 5 în Miami, dacă sunt adevărate sumele care le-am auzit azi noaptea. Dar încă o dată, oamenii și de la președinții și din Curtea Constituțională susțin că nu, Renat, da, опять мадам в образе. Doamna Sandu, înțelegeți ce haos s-a pornit prin toată țara astăzi? Cu toate ecuațiile astea a dumneavoastră și a colegilor voștri, tipa de a lupta și a-l interzice pișor. Voi și l-ați întins și l-ați păstrat până muș, nu băteți capul, deoarece vouă vă trebuie platoane în Anglia, Plahotniuc în Turcia, câțiva erau prin pușcării, au ieșit, și amu vouă vă trebuie un dușman pe cine-ți dat zină în afară de război. Și prezența lui Șor pe voi puteți stare v-o aranjat. Cum l-o aranjat și pe Șor? Că luptă cu regim Maia Sandu. Acum vreau să trec în limba rusă și să nu fie supărări și să vă explic de ce vreau să vorbesc în rusă. Deoarece vocabularul, numărul de cuvinte în limba română, moldovenească, este mult mai seac ca în rus. Dar vreau să vă spun foarte mult. Уважаемые граждане страны, товарищ президент Республики Молдова Майя Санду, вы провалили все ваши попытки качественно и законно решить проблему с партиями уголовников, преступников и многих проходимцев. Вы сегодня, ваша стратегия сегодняшняя, основная, для того, чтобы не хоть как-то увеличить шансы ПАС, и для того, чтобы показать своему электорату борьбу с Шором, с олигархами, с ОПГ и так далее, значит, весь ваш план начал сыпаться, еще раз, из-за интриг и из-за того, что Майя Санду не встречалась в последнее время с Домником Маноли, с председателем Конституционного суда, и она временно отомстила. Но хочу, чтобы все избиратели в стране знали, что решение УПАС у Майи Санду, потому что она ответственна сегодня за все, намного жестче и шире, чем вы можете себе представить. Значит, они не допустят до выборов, запомните, ни партию «Шанс», ни партию «Возрождение» Нештеровского. Они, поверьте мне, с Домникой Маноли договорятся до 3 октября, и Таубер, как и все другие, получили подписные листы, так им это все и аннулируют. Они сегодня настолько виктимизировали и продолжают виктимизировать партию Шор. Знаете, как ролик про больную лисицу я видел в Ютубе, может быть, вы его видели там много лет назад, когда одни эти садисты, живодеры поймали лисицу, такую помятую, дурно пахнущую, всю больную, там линяла она. И вот взяли они эту лисицу, сначала побили и снимали это на видео, выкладывали в интернет. Потом они ее засунули в бочку с мазутом,
Вся страна за этим наблюдала, страна, где это произошло. Потом они вытащили ее из бочки с мазутом, посыпали мукой. Потом они опять сняли, опубликовали. Потом они привязали к ней жестяные банки и пустили эту лисицу по селу, по лесу и снимали опять на видео над ней. Потом они ее все равно поймали, посадили на цепь, а лисица отгрызла лапу и все равно убежала. Вот вся страна начала плакать, лисицу все узнали. Вот эта аналогия, как они запрещали, значит, и выводили из игры всех людей Шора, там возрождение других по стране. Значит, они не смогли прибить лисицу, лисица их всех обманула. И сегодня, пожалуйста, Таубер в белом платье, невеста из пригорода, не помню там, где она родилась, значит, в белом платье берет подписные лисы и бельцы. Только Таубер не с откусанной лапой, как лисица, а даже на каблуках, смотрю, поехал. Значит, запомните, все партии это будут сняты с выбором. Какая будет процедура? У ПАС там есть первая, вторая, третья. Перейдем к бельцам. Значит, по бельцам я вообще удивился, это значит ничего не сказать. Значит, по бельцам план следующий. Понятно, эти партии запрещаются, у них есть опросы, опросы есть у всех партий эти, они ходят, они есть у социалистов, есть у нас, есть у Майя Санду с пасами и так далее. Они смотрят, ага, значит, если запрещают партию «Шанс», не пускают Таубер, Нестеровского, Возрождения и так далее, значит, они увидели, что на второе место с нашим кандидатом от нашей партии бельцев выходит кандидат социалистов, так как должен был быть кандидат от Шора, неважно, как он называется. Что они придумали по бельцам? Они начали пару дней назад искать пиар-компанию в Румынии и в Украине, отдельную команду, которая будет заниматься кандидатом ПАС в бельцев. Понимая, что это очень дорого, я об этом знаю, не дешевое удовольствие. Понимая, что у партии ПАС сегодня в бельцах 10%, у их кандидата 3 или 4. Задача, которую они стали этим политтехнологом, чтобы партия ПАС была во втором туре. Я смеялся до позавчерашнего дня, пока не узнал, что они хотят снять и кандидата социалиста в бельцах, потому что следующий, Григоришин уже помятый, побитый, значит, следующий, чтобы зашел во второй тур кандидат ПАС нашей партии. Они с ума сошли? Ребята, это что будут за выборы? Я еще раз со всей ответственностью обращаюсь к президенту страны Санду и ко всем этим ее бездельникам-идиотам. Прекращайте одних снимать. Все, до 6 сентября вы могли снять Шора, привезти его в целлофановом пакете домой, завернуть его в рясу и матушка, чтобы ему капнуло две капли там димедрола конского возбудителя, привезла бы его домой. У вас были все варианты. 6 сентября началась кампания. Если вы не успели до 6 сентября, и неважно, это Багаз, Матушка, Нестеровский и так далее, у вас на всех была доказательная база. Почему вы это не сделали до 6 сентября? Почему сегодня вы хотите снять кандидата социалистов бельцы, раскручивал общественную организацию, не платил налоги, ДНР, ЛНР и так далее. Если у вас на самом деле есть доказательства, надо было их опубликовать. И еще раз, Шор, социалисты, Возрождение, Вдохновление и так далее. Значит, все, началась кампания. Значит, люди должны решать, что будет в бельцах и во всех городах страны. Мы идем со своим кандидатом, но я точно не хочу участвовать сегодня в выборах, в которых вы сейчас всех перекоцаете, вторых надуете, с третьим сделаете не знаю что, для того, чтобы ваш кандидат с четвертого места сегодня зашел во второй тур. Вы сегодня хотите превратить в бельцы то, что вы превратили тогда, когда вы неумело сняли Таубер. Таубер нужно было снимать перед первым туром. Вы это сделали
После того, как она набрала 48%. Сейчас вы типа хотите всех, всех снять, либо снять кого-то после первого тура, потому что после изменений в ЦИКе, чтобы вы знали, значит, уже не будет того, что Григоришин исполнял с ними в прошлый раз, когда заходит кандидат с пятого или шестого места. Сегодня, если один снимается сам или его сняли с гонки во втором туре, то второй тур проводится с единым кандидатом. Значит, я никогда не молчал и не буду молчать, как другие политики. Потому что многие сейчас скажут, особенно из наших сторонников, сторонников нашей партии, слушай, а это же нашей партии выгодно, как бы этих снимут, шоровцев, социалисты снимут, может, тогда наша партия вообще уверенно в первом туре наберет 80%, и пусть ПАС набирает даже свои 20%. Ребят, политика, у нас в стране никогда не была транспарентной, никогда не была чистой, а чаще всего даже была мерзкой. Если Игорь Дадон молчал и потирал руки и ждал, чтобы Плохотнюк нас снял в 2014 году с выборов, чтобы социалисты набрали 20 с чем-то мандат. Я не хочу сегодня такого же сценария. Я так не могу себя вести. Мы лучше выиграем у социалистов, пусть во втором туре, 52 на 48. А вдруг проиграем, хотя сомневаюсь. Чем в первом туре уберут все конкуренты, и мы наберем 80%. Значит, не смогли до 6 сентября, до начала кампании, никого снять, задержать, не допустить выборам, прекратите это дело сегодня. Люди в Бельцах сами решат. Потому что все ваши политтехнологи, все ваши попытки сегодня хоть как-то раскачать себя, и то, что вы сделали сегодня утром, это вам с рук не сойдет. Тем более, теперь про сегодняшнее утро и про мой немного эмоциональный ролик, анонс сегодняшней пресс-конференции. Потому что все то, о чем я говорю сегодня, я хотел говорить в воскресенье в Бельцах на выдвижение кандидата. Но то, что сделала ПАС и ублюдки Майя Санду в 8 утра, вынудило меня заставить именно выйти сегодня. Со всей ответственностью заявляю вам, что сегодня, пока типа ПАС борется с ОПГ, с Шорами и так далее, в рамках программы, чтобы показать европейским партнерам, что ПАС мощная партия, и смотрите, 30% она набрала на национальном уровне, значит, сначала у них была планка набрать 300, сейчас они ее подняли до 450 примаров. Знаете почему? Не из-за того, что они выбирают качественных кандидатов, за счет того, что продолжают вербовать, пугать и заставлять примаров из разных партий, неважно, социалистов, платформы «Да», нашей партии, других политформирований, заставлять действующих примаров идти к себе, там, где примары сильные, где особенно имеют по одному-два мандата. Значит, сегодня утром слушайте меня внимательно, негодяй-подонок по фамилии Яким, депутат из района Санжирет-Пас. И второй негодяй – Кайнарян Кристиан, представитель госканцелярии. Сегодня вы, подонки, приехали в село Цамбула, где на Свеклопунт вы пригласили Михаила Ивановича Кол. Примара из Цамбулы, все граждане страны видели, я недавно там был, опубликовал видео с ним с детского сада в Цамбуле. И предложили ему настоятельно, что спину закроет долг 980 тысяч лей, который ваше правительство желтое не оплачивает при Марии Цамбулы с Нового года. И то спину делает какие-то спыски, говорит, вот сейчас. Спыну встречался с этим примаром, Михаил Иванович неоднократно обращался. Ему сказали, что и долг закроет, и еще дадут 3-4 миллиона лей. Но он не должен идти на третий мандат, еще раз, он уже 8 лет примар, я уверен, выиграет в первом туре также сейчас. Значит, если он хочет денег на село, чтобы с ним закрыли долг, еще раз, из ваших денег, из денег налогоплательщиков, не из личных денег, Санду, Спыну или Речана, то он не должен сегодня, а он сегодня должен был прийти к нам и подписать пакет документов, советы на примары от нашей партии.
он должен идти от ПАС. Там русскоязычное село, как и многие другие, где примаров заставили перейти. Михаил Иванович мне позвонил, и домнули Яким депутат с иммунитетом. Иммунитет у вас есть перед законом. Дарла попоняться варикуман домнули депутатом Бласку Памперс варику веста антиглонс. Анцелезис. К снугасыц врункартов акола. Шаческая нарян крестьяна, куда от канчеларии дистат? Вы кто такие? Вы что, бандиты? Вы какие-то воры в законе, положенцы? Вы кто? Ублюдки и негодяи. Вы идете к взрослому человеку для того, чтобы показать на всю страну, что ПАС наберет много депутатов. Я готовлю радиограмму всех тех, которых вы прибили по стране, и потом будете говорить, что это победа ПАС. Но это мы сделаем после выборов. Домна Санду, домнули Гросу. И он с Олег домнули Гросу. Понятия найди с пшиому ворбеск. Кешьте. Просто поляк спикер парламента. Ресту, каримайсентес пинкундусери, речан, консильер, секретарю дистат, кари джестюняза бани пентру пасан кампаниям. Вы инцелеге саму ищи фаси, сын генерал? Еу. Инцелег астас, дак ну пот ее смадук ла прокуратура ла вастры, ла very nice. Кут эти мизерли карлю факут спыну, к шизяру дегарду демонстрат. К пекура ера у прокладка на 300-400 долларов на тоне в Эстонии, а? Правда, до Болгарии они не дошли. Я не могу сегодня идти в пасовский very nice. В МВД сегодня идти, это лучше уже поехать выпить стакан вина со спыну с министром внутренних дел и шашлыки поставить жарить этого социальной защиты в ратуше. Сегодня примары, они беззащитны в плане того, что могут рассчитывать на вас, на ваших министров, very nice и так далее. Но я хочу, чтобы вы знали, что примары и от нашей партии, я обращаюсь к примарам из других партий. Ребята, вы можете рассчитывать на меня. Многие из вас прошли преследование при Плохотнюке, как Михаил Иванович Колни сломались. Кто-то освободился от хланцуга Плохотнюка. Ребят, где вас заставляет? Берите пример с Михаила Ивановича Колы, приходите ко мне. Вы депутат ПАС, Яким, и вы кайнарян крестьян де Лопес де Вергилиус. А без войну року кеонандо в дице видла свеклопунт. К майнаре ушит. Йодим вой фащим героя славаку, аллея славан, залезет. Вой кредецкого утет в испате. Вы, пасисты, думаете, что вам все можно. Я понимаю, что сейчас опять президент выйдет. Я не знал о чести Минчунь, атаку Фалсу, Гросолани, Кашла, Андрея, Шаже, Майди партии, хотя Зяру Дегарда, Майя Санду, читай тут. Да, моя Санду, думала страна вец у вами компетент, сказ кунуаштиск, моя вец он депутат Ла Норд, коряста за щепынку бэлс, у не примару, ну или беря за авторизация, да конструкция мерзи. А крыша один депутат севера от ПАС. У него свой бетонный завод, и говорит, не надо ждать от Коля авторизацию, вы начинаете строить, я чуть дороже вам продам бетон, но вас никто трогать не будет. Потом с Григоришиным решим, а? Депутат, оляка комбатант, оляка патриот. Короче, вы сегодня не просто перешли черту. Йо ван дат месаж. Ну а дата. Пигросу лансунат персонал. Литвиненко он кара министр России. Ну блаз, пилакантимир, пеколуш, ну блаз, кпайлинкап. Кнук, починевади пилогденкап, лор, ребят. Прекращайте нас дурачить. Дамна Сан, да, когда у меня в Астре врез любое количество, большое количество примаров любыми путями. Я не шо, да, ты нас машетскую донес, ты ловмас, а шеку маймут нас машетскую дудон. Да, е у Астас, кутос душмани, шамей, шку партии душ душмали церей, анцелек, камажон сла ситуация, к Астребаска кумвас луп цингур, шену контяза, кэй шуар, Кай плахотню, кари среди девой, как денежки гаень, дать кудуст. Еще пынди пшидинзы и термины парламент. Йо кудын шас маламурецк.
Да, уни да борщ, трин скривом комментарий, усатый. Да дещинула дочь пи плахам багажника каспшор. Я так авем функция макрадиум вич комиссар, антруну решил миг, абдимул тацерава кас. Касфася шесева требует улечи димитать, кэди пцин. В аду каменте ди сервичили с печаля Украине, карю винит шло лап печау, скумпушкатурин суша шамай департи. Ши онгицит, онгицит уж онгиз гора, ши пшединция, ши тот секта пас, ши тот сванджешти. Да, ну ам партнеры астазам политика. Дар инцелек, ам вазут сондажили диери, ам вазут к фикаря патрили четатян на цара консидеры, к газу ловьте нет. Усатый фикаря патрили ум, шину шор додон пас, шашем айди парти. Ну, ди пасу дас доуш нову, кабез ботанц, трес рекуноск, ёс пилоку дой доушец. Pentru mine au fost, sunt și de azi înainte o să fie doar în exclusivitate parteneri pentru distrugerea voastră. Incompetenți, corupți și prostă niște idioți de la guvernare. Talhari care vreau să fie în locul vostru, de altișor. Pentru mine exclusivitate o să fie doar parteneri unii. Nu ambasada Americii, ori Federația Rusă, ori delegația UE. Pentru mine o să fie partener doar cetățeanul Republicii Moldova. De atâta pasiștilor, doamna președinte, după alegerile locale, cu doamne ajut să treacă cât mai repede, despre dânsele ați vorbesc într-o altă conferință de presă, eu vă anunț oficial că contra voastră galbenușilor, contra guzganilor șorilor care au făcut și fac din țara asta tot ce vor, împreună cu cetățenii, eu îți va organiza cele mai serioase proteste în istoria Republicii Moldova. Și primul protest o să fie aștept judecata să numească data ședință de judecată când unii se va analiza ieftinirea gazurilor cu data din urmă, așa cum voi cumva cu data din urmă le-ați ridicat prețurile. Cred că asta o să fie primul, dar poate o să fie și alt. Все граждане страны, проходят местные выборы. Мы будем честно биться для того, чтобы отстоять то, что куда в течение многих лет было вложено огромное количество сил, человеческих ресурсов и так далее, и так далее. Но проходят местные выборы, и мы выходим на протесты и против президента, и против этих козликов желтых из парламента, и против воров, которые хотят вернуть свои права. Власть в стране будет принадлежать не усатому, я не претендую заменить всех их. Власть должна принадлежать каждому из вас, каждому гражданину Республики Молдова. И всех их мы сметем к чертовой матери. По-другому с ними, поверьте, ничего не получится. Вакупринт питоз вам уцемес пентру дистрибуир, репостер, комиссар жуйста сажун глафикарча Татьяне Республика Молдова. Ози буны не ведем трес предзасизеру зеру лабелсла презентария кандидат Луи Думиник. Маринка, ты пока развлекайся, осталось пару дней, пока.